В одном из развлекательных заведений конфликт между двумя жителями Бердска закончился поножовщиной. Подробности в нашем сюжете. Посещение придорожного кафе обернулось для одного из жителей Бердска больничной палатой, а для второго – уголовным делом. Между мужчинами произошла ссора, и не найдя других аргументов, один из них решил поставить точку в конфликте с помощью холодного оружия. 19 ноября 2017 года около 4 часов утра между посетителями одного из придорожных кафе произошла ссора, в ходе которой один, используя нож, причинил тяжкий вред здоровью другому. Лицо, совершившее данное преступление, установлено, задержано. Им оказался житель города Бердска 69-го года рождения. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Ранее судимый подозреваемый в совершении преступления уже дал признательные показания. За причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 8 лет лишения свободы.